Добрый вечер всем. Сегодня я получила очередную посылочку от Мыла Опт. Посылка пришла вот в такой коробочке. И здесь у меня целых 5 килограмм прозрачной мыльной основы. Давно заказывала на этом сайте. Вот за этот год я даже не знаю уже сколько заказала посылок. Основные мои посылки по мыловарению. Вот я увлеклась мыловарением. И тут именно с этого сайта. Итак, коробочка хорошо упакована. И мы видим... Вау, драгоценные сокровища. Здесь вот уложены картонки, чтобы не побилась, видимо, мыльная основа, не повредилась. И вот мы видим, мыльная основа фасована по 1 килограмму. Я заказала Crystal Clear Max 6, производство Израиль. Неплохая мыльная основа. Вот, здесь, значит, вот по килограмму, 2 килограмма вижу мыльной основы. 3. Боже мой, делать, не переделать. 4. 5 килограмм. Вау, драгоценности. Накладная здесь присутствует. Смотрим, что у меня в накладной. Так, кроме мыльной основы, 5 килограмм, я заказала еще несколько красителей и подарочных ленточек упаковочных. Ведь... Новый год, подарки. Ну, в принципе, сувенирное мыло, которое я делала, оно предполагает ту красоту и подарочки, упаковочку. Так, значит, смотрим, что у нас здесь. У нас здесь ленточки. Вот парчевые я заказала, золотистую, серебристую, такие вот, ну, новогодний вариант. Ленточки атласные, вот в рулончиках. В рулончиках, а чего их аж 3. Лента серебро, золото. Золото. Молочное. 100 метров. Вот что. Просто 3 рулона, наверное, это на 100 метров получается. Да, молочное. Ну, хорошо. Дальше смотрим. 2 пигмента. Жидкий зеленый и жидкий красный. Стала пользоваться пигментами, потому что пищевые красители, к сожалению, мигрируют. Вот красный пигмент и перламутровый зеленый пигмент. Это вот для новогодних елочек таких. Ну, в общем-то, все пришло согласно накладной. Сумма моей посылочки составила 450 гривен. Из чего сумма экономии получилась 161 гривна 23 копейки. Это за счет конкурса распаковки и моей персональной скидки накопительной. Моя скидка составляет уже 10%, потому что объемы, которые я заказывала на сайте, довольно приличные. Вот начиная с начала лета. Я заказала довольно-таки много на этом сайте. Поэтому спасибо организаторам и владельцам сайта за то, что так стимулируют вот заказывать. Доставка мне обошлась в 0 гривен. Вот видно, стоимость доставки так и есть. Вот стоимость доставки 0 гривен. Все, всем спасибо за внимание. Посылочка довольна, все пришло, все отлично. До новых встреч!